Говорите. Говорите, ну. Что тут сказать? Тут сказать нечего. Тут наливай да пей. А у Ольги по этому поводу есть собственное, отличное от всех стихотворение. Муха села на варенье. Ольга сказала стихотворение. Степа спит, Вадим облизывается, потому что хочет кушать, но пить не хочет. Главное, не хотелось кушать, пока не заставили. Пока не заставили водку пить, да? Вернее, не заставили. Не заставим мы никогда. Зачем нам лишние конкуренты? Да ведь речь? Натурпродукт. Тебе нужны конкуренты? Расходовать нельзя. Речь идет не конкурса. Ты готов для речи? Рич, готов для речи? Не готов. Транспортный момент. Мы собрались в этот день. Торжественно. Чтобы еще раз подчеркнуть важность того момента. Да. И понимаю, что человеческое общение, которое превозносит нас над всем остальным животным миром, оно истинно. Истинная ценность нашей жизни. Оно позволяет